Хилы моча нахуй. Тебе на чё? Ебать, меня убили. На ретрика. На какого ретрика? На танка, блядь. Ну хуя, у тебя что, 5? Блять, а то, что я в 2Т4 и в 2Т5 танчу и гидроса, не? Зачем ты это делаешь? Зачем ты это делаешь, нахуй? Затем, чтоб вы не дохли, блять. Ну все, нахуй, урги будем спекать, нахуй, можешь уже все. Гаса, ты лучший. Давайте вар один в Т5 какого-нибудь. Что там, пати есть, нет? О, Вадикон тебя тоже, да, тактик разъебал? Где ты там? Не, меня не захилили. А, блядь. Кто там дрочит? Я. А шо? Ну чё, подымите, да, по-братски? Это не дрочка, это больше похоже на дошлёпывающего любовника по заднице. Ну это я. Ну в твоём случае отчим, да, Ошин? Ну да. Я тебя мутанул, нахуй, убери, блядь. Чё, блядь? На. Ассиста закинь. А кого мы свечи? Спасибо. Ну, вот это я уже не знаю. Юля, чё у тебя разлагало? Свечи меня, у меня ДПС маленький. А ты инвизибл не уходишь, нет? Если чё, ну, на замене. Ну, давай, РДД тогда. Я понял. ТД получше будет, но он есть шкаф? Бля, ну я мало. Там убили мобов, нет? Или чё? Да, сумолю. Я кресты бафу. Так чё, Войт, есть масло на СПД или нет? Ну ГБ поставь. А чё, у тебя масла нет, что ли? Ща. Я не щук вонючий. Можно тоже масло. Вчера всё в обычке закончилось. Чё у вас, блядь? Вон. Так вон, дай им одну фласку. Нищий, покажу, что ли? Тебя. Чё, блядь? Ну да. Ну так покупайте, блядь. Всё, все здесь. По две банки хотя бы вернулись. Рыба была? Нет? Еду надо, да. Шкаф. Инвизибл сюда. Так в смысле, инвизибл аж поменяли? Инвизибл заменили. Блять, я знаю, наверное. Юля, портанись. Юля улетает, блять, из-за этого. Ушла. Она не знает, разлагала у нее или нет, она на замене, если что. Так, с чё там? Ром, ты про какую шею? Я так и не понял нихуя. Багруха. А, багруха? А какая еще шея может быть? Ну, ладно, ты... Да я что-то забыл. А, ну на этот РПБ. Явно, ну вот тебе сове и шаману, да. Слушай, Слаз, я забыл, что ты забыл. Я зайду на Вара. Нет. Отдай. Да угомонись ведь. Не знаю, все по-честному. Пристабав. А хули, не, щит гамазит. Да, другой раз, блять. Да, щит гамазит. Да и вообще, вон, гоняй этим, нахуй. Как он все под босса. Лёха, я на первой взлетке дам, ты на второй. Да лутанем со временем все, блять. Слава. Чё? На первой взлетке после моей массакры, это, продолжишь. Так, дайте им то, пожалуйста. Да. На полу в холле дринк. Дайте поварам крест. На второй после взлетки будет связка, там тоже нужен какой-то дых. Так, готов. Это пиздец. А что, Гера давать? Сейчас-то зачем? Боди? Нет, спасибо. Показалось. Это связка с ним. Сейчас бы я выбежал, ну, боди.
тени скоро. Правительство на все. Сейчас пак подвигайте. Пасифей, РДД, раскусывай. А продак. Глыба, интересно, и выйдет? Не знаю, не стал рисковать. Да, и выйдет. Пак там подвигать. Я бегу, 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 бегу. Тени 5 секунд. Вадикон по бидону, Керус по бидону. Войт выноси. Бабл, да? Или ты пошел выноси. Путину позвонил. Я понял. Красава. Подвигайся только. Да я лагаю, как я буду двигаться, сам двигайся. Я там на мне был. Не мое это. Как в баре, голубая устрица, подвигайся. Тени ждем. Призом выноси, хорош. Сейчас взлет. МВП ханта буду кусать. Диспел? Я буду чуть сзади. Если... Бидон. Бати, ну я долго, долго искал. Вставалка давай. Вадикон укусил. Наоборот, хорошо. Прохильте бидон. Пак там подвигать. Аек выноси. Ебать, он суицидник. Кринж. Все это видели, да? Скачок. Не, в лужу. Что там был? А, в лужу прыгнул. Травист по бидону. Друид инвалид, давай по бидону тоже на. Подвигайтесь с пактом. Сейчас тени. Призом выноси. Урги буду кусать. Или МВП ханта, кто будет. Канцелятора укушу. Так, не укушу. Голоманы чаманы тоже вроде пальчик, это прикол. Керуса укусил. Понял, ладно. Урги укусил. Дискриминация лемов нахуй. Пак там подвигали. Ломаныч, не будь спокоен. Не волнуй. Ну, будет, будет ты пять нахуй, я буду выносить. Хуя в страх, Петерон снова, блядь, кончено. Лёха, давай массакро. И съебитесь, ёбаный хулевый. Керо стрессай, Войда. Да нахуй надо так добить. Ладно, добью. Ну жаря снова. Ну хоть пару тычек дать, но. Пойду кушаем. Лужу разлили, молодцы. Я понял. Нет, она меня убила просто. Багруха. Багруха, хорошо. Что, Ром, можешь спиздить тебя багруха? Еще и токен друидовский. Рома, ты что там, блядь? Ну, я не говорил. Я просто знал, когда надо зайти. Это с черпаком бегал, блядь. Мне в жопу дал кому-то, Рома, признавайся, блядь. За такое. Не, я знал, куда зайти надо. Мне в жопу дал. Я понял, нахуй. Ну, ГЦ, Ромчик, хули. Бля, идеально. Был Ромчик, стал Гомчик. Обними меня, пожалуйста. Стали, Гоша, подними, пожалуйста. За эту хуйню ГП не будет? За героически а, нет. Мне... Вот это мне надо, да. Нет, за лужу в рейде, блять, которая насчет не вайпнула. Зачем тебе надо? Мне на ШП буду токены себе. Весь МСИМ делать. Спасибо.
Дюк, это как опция. Один голову, типа? Ну да, как обычно, эту голову я себе и апну, короче. Чё-то пиздит, по-моему, Слава, слышно. Какой-то голос у него не уверен. Если бы я хотел себе бы собирать ВХ, а я не хочу... Он сам не верит в это. Почему? Потому что пиздежом пахнет. Один, голову, что-то как-то вообще не то. Ой, да, сейчас Валя подцепанил. Спасибо, Мордон. Вальку цепанул. Короче, бейте Вальку. Хуй так, скажу. Не стойте. Там вторая же еще есть, да? Нет, нет. Первую уже убили. Последняя. Постовая. Стремитесь, показал. Врывайся, что ты. Да сейчас бафы же, блядь, попадали. Бля, что-то Костю напуливал. Костя, ты тут же, да? Да. Бля, как же он классно выдыхает дым в микрофон, бля, это просто... Я разбудился в ожидании КП для стелси, но я его не вижу почему. Да ладно, забей, мы же убили босса. Да у нас везде постоянно эта хуйня происходит просто. Ну я тебе предлагаю такую хуйню, ну давай ты будешь за это отвечать. Давай накинем. Давай Виланию позовем, стелси на замену посадим. Лагает у нее там или нет, я не знаю, ну зови. Нет, мне похуй, меня заебало. Ну, заебало так заебало, блять, хули. Ну а Виланию найдете, ну тогда... У нас зачем Авиланию сожрать? Вон Равист есть, блять. Ну, в принципе, да, я когда-то в сыр еще заходил. Все, давай заходи на хпала. Каждый рейд, половина боссов, там, лагает, слизни... Вот мы ее сейчас, сегодня... мы ее сейчас свичним. Где ДД у нас есть какой-то на замене ДД? Да нахуй, он сейчас Рома зайдет за хпала и все. Ну да, ты когда можешь будет, кстати, на ШП или на САБУ зайдешь. Ну и он, Юля сидит. Может, Дартис обучаемый или еще что-то, я не ебу. Но тут ощущение, как будто человек необучаемый просто. Я ладинюсь на ХП. Я не знаю, ощущение, ощущение. Нахуй. Типа, может, она лагает, хуй знает. Ну, понял, Мордаун. Ну, нон-стоп, она месяц уже лагает. Ну все, понятно, нахуй. Слава, может, слава, и, может я слишком добрый, блядь. Я сколько наблюдаю, это, блядь, если метеор падает и стелси живая, тут можно лотерею, блядь, нахуй идти бабки заливать. Все, все, блядь, ясно. Стелси, иди отдыхай. Все агрессивные. Замашнили нахуй. Да не, мы просто вчера 3,5 часа просидели. Ну и за нее одной что ли или что нахуй? Да нет, не за нее одной, я просто это говорю, потому что не хочется хуйней заниматься просто. Ну а если у меня. Если бы стелси там хилила пиздато, я бы вообще. Давай, заходи и Дартиса сюда. Где там Дартис онлайн, пускай тоже бьет. Я пока грузнусь одну минутку бил. Ты че опять на своего хпала? Юля, что там разлагала? Бидон, мне кажется, тебе комплект МП5 надо где-то собирать, нахуй. Ты думаешь об этом там, нет? Вот, скажи, пожалуйста. И стринками с какими-то, может. Да, в Т5 он очень сильно стал просаживаться. На Монаре, что оно? Надо сокеты перебить все. Монареген. Там 1250. Да не обязательно сокеты, надо с шмота начать. С нет, у него сокеты на хосту стоят, которая ему не нужна. Да, я не знаю, ну, что там, конечно, но это прям очень жить, сильно слит. Ршамы же вроде не отбиваются в хосту. Шмот, у него есть, но ему не отбиваются. Я думаю, он разберется. Я ему просто сказал, что подумай про МП5 комплект. Про МП5 стринки там что-то посмотри, может у тебя в банке есть. 10-го найдите там и заберите с него копье. Я тогда мне скидывали не знаю. Короче, тут это почекали. 1250 хостов. 1250. А там. Т5 700 хосты за глаза. Я
я, конечно, ее пускать, но я что-то так что потыкал тоже, ну так, кнопочки маленько поприкинул. Надо выхода. Нет, там писты хосты на шаване, в принципе, плохо, тоже за глаза хватает. Так там не нужна же хоста. Они ж, блять, малой волной хилят и дождем. Ну, типа там сколько со шпуток собирался, столько и надо ему. А что, сделали закрытую дверь, блядь, нифа? Смотрите, они сделали дверь закрытую. Она всегда была закрыта. Она и была закрыта. Мы просто, когда Вальку убивали, она открывается. Я сейчас въебу, нахуй. А, ну да, точно я забыл. А где я, блин, ебану? А ты иду на мелочь. Вот она открылась, а трэш, типа, там еще два моба было. Мобов просто раньше убили, я смотрю, что за хуйня. Просто дверь, это самое, я не успел... Крамик. Сегодня это... Короче, там скажу, там начнут сбор рейда, если что, до упора лича надо убить. Что иметь? Давай, нахуй, 40 минут осталось. Давайте не в кашу. Костя, ты уфаешься потом сразу? Сейчас меня какая-то новая, пока я логинился. Где Джандис? Меня кританула, когда я логинился. Да. Сейчас он зайдет. Че, Юля будет домашний или Дартис, блять? Ты че, напиздел что ли, потому что тебе надо? Нет, просто я так подумал, посидел. Вы же мне по ШП даже поиграть не дадите, короче. Ну, типа, ну я хуй знает. Я в ДЦ. Вдруг когда-нибудь кто-нибудь вступит. Ну, типа, никто не знает, Юля, когда человек. На лане была Юля? Надо, да, надо понадобиться, давай. Не знаю. Пока мне не нужно валяться. Нет, будет. Не было, я вела шли. Пока я нахуй вертел, то все. Я вот шипешкой бил. 19200 дал. Ну я тоже 19 сдаю, типа, ну Костя, блин, ДП сдаю. Ты какую сторону избираешь? Темную или светлую? Какую? Нефильтрованную. Какую близняшку берешь? Славу или Сашу? Разливной, нефильтрованную, блядь. Где Джандис? Это прикол какой? Где Джандис? Я логинюсь, я логинюсь. Блять, меня еще пидоры убили на входе, например. Что? И выебали. Шкаф. Ладно, да, потом... дело. Ладно, потом скажу. Шкаф. Че ты хочешь видеть? Все, так, а что, и Юля в рейд, да? Давай завтра днем увидеть. Я не вывезу сегодня уже. Ты что, только с работы пришел? Да я с работы, с ночной, блядь, поспал 2 часа, нахуй. Соболезная. Хотите Вангу включу? Гоша, я хочу, чтобы ты это посидел, видосики с членами посмотрел, замутился. Меня снова кританул. Только чуть кофе мне подавился, блядь. Если вы... Так я могу с нам сайта включить, хотите? Не надо, давай молча. Не надо, Лёш, не надо. Димон, а ты был тогда ночью, когда он эту хуйню включал? Да, был. Лучше бы не был, да, нахуй? Лучше бы не был, нахуй. Такая же херня. Не стоит. Не надо, не порти психику людям, блядь. Тут сервер играть нахуй перестанет, нахуй. Нет, дед, хочешь, я тебе в личку залью? Пойдет. Мне скидывай, мне скидывай. Вон гомосеку скидывай, мне не надо, нахуй. Давай, я посмотрю. Я деду скинуть. Буду посмотреть. Бля. Так если что, у Лёхи там урги, блядь, не лучше, нахуй, коллекция таких видосов, блядь. Примерно такая же, блядь. Георгий, герой, Георгий, да? Не, он с Георгием там одинаково, нахуй. А чё, в DC не банят, да, за видосики? Не, ну как? Не знаю. Ну, так по это идее... приватная шок-контент. В DC не. По идее нет. У меня есть приватный телеграм. Ссылочку банешь? Друй, ты нолит, как обычно, с нами. Так. Don't smart down там на этом на рейде. Invisible. Чё у тебя по голде, по воронкам?
У тебя есть, да? На тебе. Ты ему одну дал. Подожди, а сколько у Invisible токенов уже? У него два токена. Да? Штаны или грудак? Да? Слушай, ну, или ему и штаны летают, и грудак. Тихо, нахуй. Смотрите, пожалуйста, долетел до инста. Смотрим. Спасибо. Уже сумонули. Пришел сумон? Нету сумона. Это... Кинешь скрин, когда открою. За... У вас завелаша не в рейде сейчас? А, ледяная корона. Не, я в самом рейде. Запиши инвизи, было два куска открытых. Там, Ромчик, тебя уже сумонить можно? Ну да, я уже даже почти добежал. Ты беги уже, нахуй, забагалась у тебя. Бегу, бегу, лечу. Блядь. Ой, бля. Очки. Я не знаю, Слава, он откроется, нет, у тебя видос посмотри. Мне похуй. Пошел в пизду, блядь, я искал ради него. У меня, блядь, рейд, какие видосы, блядь? Ну тут у нас паладин все равно, пока. Ну, крамп, нахуй. Говорю, мне в скине посмотрю. Ну, пускай гомосек смотрит. Ну, блядь, Вальку не надо хилить. У гомосека другие видосы. Готов? Конечно. 5, 4, 3, 2. Блять, квадрат. Лёха, я слева, давай. Не, а чё, будем ждать до завтра? Пока на пенсию не выйдем. Нихуя льтабаться, блять, мы в рейде, нахуй, не надо хуйтой заниматься, нахуй. Я сидите там, блять. А подавление справа дохуя, поиграть. Оставь краба, пожалуйста, прямо под босса в упор. Ну, где-то в квадратик там. О, вообще идеально. Чтобы еще и символом цеплять. Свечка справа. На 6 часов, нахуй, против часовой. Хуёво, когда на 6. И против часовой. Взлетаем. Когда без 5-12, охуенно. Так, у кого там стоит конь? Ой, ебать, справа я вышел, если чё. Подавление слева дохуя. Подрубай, ба. У кого конь стоит? Ну и потом отключаем, а. На второй раз замтим дам. Свечка слева. Подавление сначала. Да ушел. Костян там волдырь. Suppressor spawned. Свечка. Блять, волдырь прям ушел. Да я вижу, вижу, ну блять. Да я понимаю, я не к тебе, я чтобы отошли. Нет, Костя, он тебя обвиняет. Козёл. Ебаная бэма. Вам всем пиздец.
Отбегите, Милли. Давление справа. Давление, да. Нихуя тут слева что-то. Иду нюхай. Что у тебя там откатилось? Вступил. Справа свечка. Ауру. Посмотри. Не откатилось еще? Нема. Нема. Выбери, Гоша, Вальку и кинь гиб на ХП. Валька ебаная. А сколько стаков в гире собираете? Осколок. Сейчас 32, ну, да, сколько? У нас? Ну, я 28 собрал. Я чуть-чуть не успевал за тобой. Лёха, пояс тебе нужен? Да они уже, сука, этот, блядь. Шею, ой, этот, шею, блядь. Плащ дадут, блядь. А у тебя есть Зуламана? Лингрен, тебе надо эту? У меня либо Зуламана, либо... Ну, там этот... 3 статы. У меня 2. У тебя Зуламана есть пояс? Ну, почти. Блядь. А у меня есть. Лучше не кануть я. У меня Скеля плащ. Засунь себе его в жопу. Вещи. Там уже этот... Места нету, да? Да, да, да. Слишком много чего уже запихал. Как там анекдоте типа, в чем помидор? 80 рублей, запихай себе в жопу. Не могу, там уже огурцы по 70. Понял. Тут то же самое. А помидор пошире будет. Не знаю, нам помидоры просто пока что худенькие. Маленький спак. Сливовидный тут. Черри, блять. Ну, практически, чуть-чуть побольше. Бычье сердце надо, там это мякоть хорошая. Не знаю, если я помидор перейду. Семян мало. Если я... Бля, это... давайте мы пойдем это бить хуйню вот эту. Помидоры не забить. А, розутку вырезал из помидоров, в принципе, даже не развалился. Входи, котик. Заходим. Заметили, да, сколько мы, блядь, уже ходим, ну, обычку, там, геру, ну, мало вообще боешек падает. Угу. Так же, как и ворона. Нихуя себе. Водян, блядь. По 9000 с половиной, нахуй. Там этот, на аукционе жезл стоит за 12. Я вчера легкий дамский наручи за 20-ку продал. Ну, я фламиду профессора продал за 2000. Отходим. Хламида мусор. Хламиде. Ну да, потому что есть более альтернативный плащ, боешный. Дух стаи уберите, пожалуйста. Хуя, блять, две тарелки видели? Раздача пошла. А мне еще компотик, пожалуйста, можно? Я компот не выливаю, компот я... 50.
хотел я Steam стрим. Все, возвращаемся в центр. Алло, ебать, че я пропустил? Алло. Полбу не дало? Точно у тебя рифму, Косян? Алло, полбу не дало? У Костяна своя рифма. Далё. Слышишь, взятый, а ты чё, врач? Да. А какой? Писькин доктор. Проктолог, блядь. Ой, блядь, такие оригинальные шутки, никогда в жизни не слышал такого. Да, заебал. Завалите, не вам вопрос был. Эндокринолог я. А, нормально, а ты работаешь? В Тюмени, в Огостке и в частном. Ебать. Сколько ты лет уже работаешь? Один. Ну, нормально. Ты кто? Да я же говорил, тоже спрашиваю. Я не помню. А, блядь, точно. Кто? Забыл. А? Слышно было. Акулок он. Непонятно. Акулок. Акурок? Акурок, блядь. Проктолог — это который с молодыми практиканками, да, практикуется? Ну, почти. Ну, проктолог, то есть практиканки, да? Анализы на дисгруппу берет. И чё, как, работа по кайфу вообще? Или... Да, мне нравится. Ну, в смысле, у нас же не бывает такого, что, блядь, нет рутины. Но, как бы, как правило, больше нравится, чем мне нравится, так можно сказать. Я, короче, последний раз, когда у нас что-то практика была, я ещё в универе или что-то такое... Я был в отделении эндокринологии, и в тот момент я понял, что я не хочу в эндокринологию на 200%. Когда в отделении лежит 60 человек, 58 из них лежит с сахарным диабетом, а им просто нейролипол капают, блядь, всё. Есть такое, да. Я такой, короче, посмотрел на эту хуйню, говорю, не, ребят, я что-то впадло даже об этом думать. Ну, диабет — это такая пошлость прямо, да. Слишком много. Там, блядь, основная проблема в том, что диабетики часто это, блядь, бабули депнутые, с которыми ты, как бы, не то чтобы можешь общий язык найти, потому что она уже, блядь, безумная, нахуй. Вот это вот, да, есть такое. А диабет же такое заболевание, ты не можешь его вылечить, блядь, ты можешь научить пациента с ним жить, а они, соответственно, необучаемые, почти как слезы алголот. Но, чего, блядь? Охуел, блядь. Пока блоки в огород подъехали. Ну что, взятый покидает гильдию. Ну, ребята, я пошел. Че, я выкупил охуенно. В натуре покинул чат. Ты зарабатываешь все пациента, если он, типа, ну, выкупает, что ты ему нравишься как врач, то это пациент тебе на всю жизнь, по сути. Да, есть такое. Очень много девочек с гипотиреозом, которые... Артем Сергеевич. Такой, да. Диабет, он же и наследственный бывает, да? Ну, второй тип более, более доказанное, что наследственная там подоплёка. Сколько, блядь, дед забазарил, нахуй, блядь. Давайте, конечно, про болячки побазарим. Охуенная тема, сука. Ну, блядь, два дня очень простоял, спасибо. Вот у нас эндокринологов недолюбливаю, на самом деле, Бля, эндокринологи, на самом деле, это одни из самых... как бы декретированных врачей, потому что вот, сука, весь инстаграм в гинекологах, эндокринологах, в эндокринологах, нутрициологах, блять, уже каждая собака эндокринолог, я не знаю, мне кажется, блять, человек родился, он уже эндокринолог, блять, наполовину. Продает свои курсы, блять, в инстаграме, как жить здорово, чтобы хуй стоял не на полшестого. Я тебе то же самое про психологов могу сказать. Не, пожалуйста, посмотрим, как так жить, нахуй, ну-ка расскажите. Это не для Войда, ой, не получится. Как хуй стоял полшестого, блин, ну вот это надо, нахуй. Вот, я поэтому, допустим, тоже, на самом деле, не очень люблю коллег своих, потому что очень многие такую хуйню городят. Коллег. Когда там, блядь, вопросы про
питание начинается, блядь, там, снижение веса и так далее, ну, это полный пиздец. То, что не советуют, блядь, там, для мужикам для потенции, женщинам для продолжения рода, тоже это хорошая фраза, кстати. Очень сомнительная такая прям история. А ты что много хуйни, очень много хуйни. А ты что советуешь? Ну так, по-простому. Мировое лечение, мировые стандарты какие есть, и худеть. Ну, как правило, типа, очень большая часть проблем, допустим, у мужиков с потенцией, тупо из-за того, что они жирные. Uh-huh. Есть там, наверное, блядь, по ощущениям, процента 2 людей, у которых реально там есть проблема, ну, то есть болезнь эндокринологическая, которым реально нужна помощь, там, препараты назначать и так далее. Но у нас, блядь, бадики попейте, ой, вам надо пальчик в жопу засунуть, естественно, только мой, с вас, кстати, 10 тысяч за это, и у вас будет все стоять и заебись. И ты сидишь, блядь, вот это вот слушаешь на ютубе и в ахуе находишься. Эндокринология! Хуя, ты быстро сказал, ну-ка еще раз. Эндокринология? Быстренько так. Эндокринология? Вот ты, нихуя. Этому учиться надо. Это сибирский выговор. Все, что, блядь, Слава услышал. У меня в городе просто они меня напрягают тем, что есть пару клиник, где работают эндокринологи, и они берут рак щитовидки, оперируют без лимфодиссекции. Бля. Потом этих пациентов ко мне отправляют, и я должен с ними... Не, ну смотри, если там фолликуляра какая-нибудь, ну, типа, опухоль... ну как будто бы. Нет, все равно. Ну, типа, короче, они делают так, как они хотят делать, но не так, как надо нам делать. Угу. А чё, щитовидку, а проблема наша. Лёха, вот ты красава. Чё? С рыбы, может, встанешь? Нет. Ну, с рыбой. О. Так, Хольдринг танчи, да? Да. Призан, хозяин, вот. Там же при фолликулярной неоплазии не обязательно лимфодиссекцию выполнять. Неоплазия. Запускаем. Ну, типа... Ну, то есть это как бы именно не рак, а... Всё, ребят, мы дрочим всем против. Всё, блядь, босса бьём, мало нахуй. Блядь, консилиум собирается. Тяжко готовимся. Беги, малышка, беги! Бля, у кого-то фонит там или шипит что-то. Да это Рома, блядь, всегда шипит этой хуйней. У него там провода шипучка, или что-то. Шипучка, Рома. Ах, три, смотри, бегают. Смотрите, не сдохли. Защитованные. Бля, я, блядь, паладином щит кидал. Глыбы, если что, подбивать надо, вы не забыли там? Вторая падает. Третья падает. Последняя падает. Ебать. Бараны, блядь. 6% глыба. Друид инвалид Керус Ареси. У меня ТСС по Вадикону. Притон по Друид инвалиду. Лианочка по Хлюдринку. Я под это. Под освобожденкой. Один стак ты можешь повешать, резко. Ничего страшного. Я не Гоша, просто ТПС купил. А, я вообще не тебе говорю. Ляночка, там не стой никогда. Освобожденку выносит в другую сторону, в сторону хвоста. Дыхание, конус 120 градусов. После глыб резать ее будет
Кирус. Вторая справа. Один стак в рейде хлопнуть, ничего страшного, даже два. Не выносите подъебало никогда. А если 5 там на стак, то выносите в сторону хвоста. Последняя глыба падает, четвертая. Каску просто баф обновляем. Притяжка будет скоро. Сято с нестакой. Все, отходим. Привели. Кружок, отходим. Сято, выноси. Немножко не зергайте быстро, дамага много. Немножко секунды 3 помаринуйте. Секунды 3 стоим, ждем среду, чтобы все стаки скинулись. Все, следующий туда же будет притяжка. Бродукс. Ждем притяжку. Не сломайте глыбу. Беги, малышка, беги! Все еще не бить. Разбить. Все, разбивайте. Следующую звезду. На ком там? Не повешался. Я все освобожденки, что были, стою. Макдаун, твой носи, милики ушли. О, он смерть. Хуёво, ты, сука, быстрее неси! В бокс! Да я быстрее, блять, я уходил. Нахуй ты уходил, сука, стой в рейде, блять. Все, блять. Раны, блять, сука, никак не учитесь, нахуй. Звезду метку. Не скинулись таки. К надо было заходить, блять. Я говорил вам заходить. Я зашел. Не скинули. Хуёво. Поздно зашли, значит. Было сразу бежать, когда он там бежал, блядь. Так она в жопе рейда была, что поделать. Сука, Гоша, нахуй. Че, скидываем за это? И все, тихо, нахуй. Ну, Костя. Ох, вообще. Отбегите. Отошли, милики. Ставьте глыбу, уходите, милики. Дартис остался. Будет притяжка. Димна, хп читай. Украла меня. Разбиваем. Еще одну ставим, остальные в сторону добиваем. Еще одну ставим, скидываем все еще раз. Одну ставь, взятый, и потом будем в сторону вести. Взятый, беги быстрее, пожалуйста. А он успевает. Геру в сторону фулл ДПС. Уйдите, мне надо глыбу поставить. Мерлана. Да. Отстал. Это, мне... это деду надо. Это тоже деду надо, это деду надо. А что там, ТБЛ геровский существует, че не? Забей уже. Хочешь ли это? Не, просто посмотреть на него хочется. Так я замкану посмотрю. Ты, да, подожди, он. Лёха зайдёт, покажет. Да, покажет тебе. Можешь скрин себе на память сделать, блядь. Распечатаешь, возле компа повешаешь. Понял, понял. Защитник. Святос. Урги. Кому Святос? Святос давал уже сегодня, да? Урги, да. Чё, на танк или на ДДте? На ДД. Так. Пасифея. Пасифея у тебя сколько? Урги хули. Или Пасифея. Или урги. Бидон или он еще надо. Бидон. Что? Бидон нов. На мейн? На мейн. Все, закинуть. Голову анапает.
Че, ему закинем? Или ДДшником? Дай ему. Че, закинул? Я бутон? Не дам, я не дам. Сколок был? Не дам, и не сосед. Я давал этот саранит на открытие. А, в осколок. Вот я и говорю, блядь, был осколок или нет. Ляха, ты специально, да? Смотри, какой большой. Был осколок там, нет? Да, 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 да. Танчик, лича, как не забыли там, надеюсь. То, блядь, давно не убивали. Да, с прошлой недели. Забыли. Кто коня хочет присунить в рейд? Золоманыч молчит, я удивлен. Ну, он АФК, наверное. Ты поэтому и сказал, да? Не, я не знал, что он АФК. Рыбы. Видите? Он хочет, пиздец, он там может скурить. Очень сильно. Нахуй ты рыбу еще одну поставил. Вас там много, говорит. Продукт Золоманыч, ну, где? С одной тарелки. Я есть. Осколок утром. Так, шестой хил нам надо. Кто у нас спекнется? Есть у нас кто-то хил какой-то? Вот призом, ну вариантов нет, у тебя надо спекать. Плюс это будет минус милик. Так вот. Ты что, думаешь, не захилят, блядь? Еще и DC-25. Ну, блядь, рисковать неохота. Шесть хилов давно уже ходим. Тут заражение больше бьет. Гоша, тем более, люди будут разбегаться на осквернение, блядь, с вальками в разные стороны лететь. Он не может в двух местах одновременно быть. И щитки, блядь, они с заражением сбиваются, и дальше вальки еще сверху стреляют. Так что лучше, блядь, под страховку иметь. А Гошу схватит. Золоманыч, блядь. А Гошу схватит, что делать? Не знаю, дурочит где-то. Минус конь, нахуй. Слышишь, что, блядь? Прием. Короче, еще проверка, блядь. Минус конь. О, видишь, сразу появился. Тебе повезло вообще, нахуй. Дебил, ты где, ну? Инту пристабав обновить это. Где он АФК, все равно его нет. Ну, шаманулся. По какому принципу конь разогревается? Конь мой, нахуй, не ебет, блядь. Алло, конь мой, блядь. Через постель. Алло. Сейчас еще раз за АФКшишь, блядь, будет тебе у коня, понял? Захустил. Нихуя, конь мой, блядь. Это, давайте, знаете, что я вам скажу. У меня, во-первых, лагает, во-вторых, хилить еще надо. Вы сами знаете, что тут анонсить надо. Отбежать от ловушек, я думаю, кюду хуя не надо. Так что, блядь, или Хулидрин там, или кто, или Урги, кто-то говорите, блядь. Ух, кого, черт? Отбежать от ловушек. Вот тебе ассист, а то вдруг вылечу, хуй знает. Ой, нихуя это читер, полсотни маны, ну. И этот, и водикон еще на всякий случай. А так у него все, блядь, полироли, блядь. Почти. А ты чё думаешь, куда воронки, блядь, деваются? Ну. Ну, вклады подожди. Ну, желтые полироли. А кто там танчит шаркари? Слава, короче, говорит, это, типа, у меня нету времени, короче, РБК оформить. Все собрались? Я предлагаю, блядь, сосредоточиться, нахуй. Чему дисплею я, всем выносить побыстрее. Даже если человек не вынес, ты знаешь, что делать, да? Предположим, что да. Жаль. Под босс, под плащ. Ярус, носи. Сука, взятый, как дела у тебя, нах? Ну, заслакал. Бэгим. Опа, сорян. Я думал, перевели. Что за охуел? Тихо, я смотрю, мир мелкий на уровне. Бега, дикон у нас дикон.
Залили. Опа. Сука, Керус, ты дурак нахуй, или что у тебя, блядь, глаза где? Шаркарь. Да, вижу. С рейда залили. Побежали. Олег, Олег, беги. Будешь это, да, ты? МВПХ. Да куда ты так быстро-то? Неси нахуй, сам себя диспел. Побегаем. Ловушка сзади, но бежим все равно аккуратно. Ищи, сука, нахуй. Камазек, выноси. Бил. Побежали. Или столбом? Да-да-да. Смотрите аккуратно. Лёха, шарка. Чума, секунду. Перевели. Чумы нет. Угу. Да. Нету. Ну, РДД хуярьте, шаркаешь. Да, хуярьте. Теперь, когда заражение придет, когда на фазу зайдем. Значит, друг, ты на вали треснешь Керуса, а Керус взято. На сферах кто-то стоит? Я постою. Два ханта стоят. Кати косты духа. Растяните немножко духа и шарка еще, чтобы рейду было как растянуться. Мы стоим очень узко, нахуй. Всегда узко, это плохо. Паша, не закрой ебану, пожалуйста, братулёк. Чё там, шаркаря добьют, нет? Убили. Фаза пошла в духа больше. После заражения встать. После заражения. Вот заражение пришло. Резайте. Быстрее. Дамажим. Под лича быстрее. Фулл ДПС по валькам. И лича ведем вместе, чтобы дамаг был по личу тоже. Аскерни 5 секунд. Из подвалик вышли милики. Черепок смотрим. Трусы бейте. Че? В какую сторону лететь будем? Вот звездочку стоим. РДД. РДД хилы уже. РДД хилы уже на кольцо железное встаем. Милики по команде выходим. К центру. Милики вышли. Сначала смотрим черепок на ком. Отбежали. Все, валик фул ДПС. Возле осквернения весь рейд быстро сюда видели чат. Все бьем этих валик. Треугольники холипал. Быстрее. Все бьем. Фул дамаг. Треугольник устан. Треугольник, весь рейд играйте, сука, быстрее, станы. Ну быстрее, вот. Осквернение не залезьте то. Не залезу, нормально, разбили. Кружок. Бидон, ставь тотем. Кто в кружке там был сейчас? Узнаю. Вернуться не можешь рывком там или чем-то. Оскорнение разошли. Вышли оскорнение. Черепок вышли. Лича в центр, на край идем. Ой, блядь, не на край, а в центр к личу. Вот дикон резко снято, сухули. All in играем, нахуй. Портал. Быстрее. Угу. Каску лапы приступаем, обновляем. Фул по валькам дамажим. Быстрее, ну замедляйте их, нахуй. Хули они так быстро летят. Скорее, 6 секунд. Милики готовимся. Вышли из-под валика. Дамажим. Смотрим черепок. Не залейте валик. По трусам. Как туда? Отошли, пошли лича бить. Ём лича. Вышли из дома. Какой у него там? Ещё, блять, волна. Дамажим сильно. Ничего, мы Геру не давали, что ли, на первый?
Че, охуели? А, нет, я давал геро. Я давал геро. Нет. Не пизди, блять, давал. Осквернение разбежались. Разбежались, осквернение. Сначала черепок смотрим. У меня 4 минуты, когда будет. Крест-ляночка, крест-ляночка, она вернется. У нас две вальки через оскорбление. Ну это похуй, блять, они мертвые обе. Бейте или че? Типа это не походу все улетел, блять. Ну а мы что поделаем? Ну блять, люди не, до сих пор не понимают, как разбегаться. БР есть? БР есть? Нету БРов. Тихо. Нет, все. Играем так. Пул полечу, играем. Осквернение, разбежались, быстро. Быстро осквернение, разбежались, черепок. И потом к личу быстро бежим. Все, к личу бежим, бегите к личу. К личу, к личу. 2%. Ну бить, бить будем, Валик. Возле лича встали? Ой, 2%, лучше бить. Бьем, 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 сука, бьем все. Никого не отпустить. 1%? Бьем, нахуй, Валик, сука. И лича веди вместе с ними. Все, разбиваем и вторую. Треугольник. Все в треугольник играем. Вот все, отпустили. Дал мы сокру. Сокру даю. Сокру, все, хуйню быстрее заходим. Продлил. Все, хилим. Убьем минус 2, нормально. Вдруг есть. Леха, следующего хватай. Инра все в КД раздайте, которые есть, друиды. По хилам. И сферки посильнее помогаем, блядь. Захиливаем, захиливаем. Панцири жмите, все, видите, тяжело, блядь. Дамаг идет приеду. И со сферами выходите по возможности РДД. Всех бери, короче. Этот, дай. Или холидринка, или сам позаводи комнату, я в хиле не это не повожу. На себя звезду поперекиньте, или урги, или кто там. Поставил. Спыльте сало с танк. Леха, заберешь духа, да? На край сферы все, да, две, да. Быстро на сферы повернулись, убили. Быстрее, быстрее, РДД, блять. Вся комната. Гневного обдотайте. За звездой на портал. Налево. Быстрее. За звездой. Духов в рейд не пускай. Стоим здесь. Все пробегает. Стоим. Духи, 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 духи. Пробегаем. Дед, ты молча играешь. Прохильте. Прохильте. Бегите и прохильте. Пробегаем, пробегаем быстрее. Осквернение. Осквернение, разбежали. Подымало духа, только не встань. Гневного убейте. Духа подведи аккуратненько. Бадикон, залей энергию. Да, да, дайте геру, сейчас. Геру, залей. Геру, Геру, быстро дали. БКД. У меня не КДМ, да? Чё ж так лагает, туп. Чё, хуярим. Серва. Ждем осквернения сейчас. Готовьтесь разбегаться. 3 секунды. И потом духи будут, и потом комнаты. По мане экономьте, сейчас хилить нечего, заражения нету. Все, лича бьем. Духи будут и комната. Жнец. У кого-то еще не в кадагера есть? Немножко на центр отойди, сейчас комната будет забирать в комнату. Откату там бедона. Дали же Геру, что ты? Успокойся. Ну, за звездой на портал, не флудите. Я не падал. Давайте налево. В звезде, в звезде. Пробегаем дальше. Попнуло. Пробегаем быстро. Далеко пробегаем. 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 Пробегаем за угол.
Сейчас осквернение, смотрите. Разбежал. На портал бежим. На портал быстрее, прячемся от духов. Дикон убил. Я возьму. Уходите быстрее. Лёха, лови. За леча встаньте. На противоположном. Осквернение 3 секунды. Ключу ставим. Цивы есть? Кто там в пабле? Нет больше всего. Могу в глуби поймать. Иди, мы хилим, 2 хп у тебя. Сляночка сдох. Лингерна. 2 хпала хилят, блять, тут хилит 2 цели. Лёгкий рев у нас не сработал. Ну, ничего страшного. Секунду. За звездой на порт. Ты на меня звезду дал, блять? Не, за мной, короче. Ладно. Обернулись, блять. Она на тебя перескочила, сломали. Слава. Захиливайтесь там сами. Духов. В углу вот тут стоим. За угол. Пробегаем. Эту бомбу тоже пробегаем, надо далеко. Пробегаем далеко, за угол. Ну, когда рейд фуловый, нормально. 3 секунды вот до выхода. Здесь стоим. Сейчас оскорнение. Оскорнение отошли. Угу. Все там. А что, дух один, да? Да. Еще не вызвал. Взорвал. Просто добивайте уже. Вызовет, там переведете и добьем уже. Ускорение, главное, не проебите, если что. Так, на радостях. Я бы РС-ку ебанул только за полчаса, чтобы прийти прямо убить с первого трая. Я ухожу. Нихуя. Да, давай завтра. Ускорение, отлично. Ускорение. Завтра у нас что по расписанию? ОКЗС. ОКЗС. Ну, после ОКЗС только. Мы еще их не пронесем. Ай, блядь, великая победа Орды, нахуй. Ну так, если 5 боссов и 4 воков, то типа, ебать, это заебись. Замена, кто там, плюсуйте. Бля, наконец-то, отдайте коня, блядь, я молю, нахуй. Соси. Да, почему? Шляпу. Суки. Те ж говорили, Т5 или коня? Ну, нихуя, мне такого не говорили, блядь, не надо сейчас вот этого. Да, на прошлой неделе я тебе такое говорил. Не было, нахуй. Надо уже давно проебано, хуй ты там ставишь, блядь. Твое очко? Блядь. Ну, уже продано, да. Слава. А чему? Ну, с этим навалом дай хоть полтинник сверху залечу. Что с первого трая убили, пришли, то обсеры на леди, обсеры на профи, и тут вот все как по-человечески получилось. За что тебе, блядь? Не первый раз убивали. Да не мне, всем. Причем тут я? Там типа, полтинник с первого трая. Да мы лечат, как бы, никогда проблем особо не было. Он имеет. То, что сейчас 50 просят, это еще по-божески. Не, ну... Короче, смотри сам. Просто типа... рейд был... хуйня по итогу, но под конец зашли нормально, синдро убили, лича убили без хуйни, все как бы, блядь. Достаточно уверенно, правда? Ну, там, на твое усмотрение. Я просто предлагаю. Так. 50 Даш? ГП тому, кто духа поймает. Вот, единственное, что можно дать. Можно его убить нахуй просто? Вот сейчас встать, всем развернуться, его разъебать. Там, блядь, почти 400 тонн. Ну, скорее всего, кому-нибудь прилетит. Давай разъебем, похуй. Слушайте, не убивайте его, я хочу потесть кое-что. Он пропал. Да, он исчез. Бля, ну давайте быстрее нахуй уже, ёбаный рот. Сейчас прикиньте, 2 даггера падает. Я буду... Да, нахуй. Да, я говорю, тоже 2 даггера падет. Ебать, я рот. Скрин и седжил, скиньте сразу то. Там фалик лежит, красавчик. Фал. Тебе фалик нужен? Ну, типа. А ты плутал же, ну? Нет, там же даггер. Куда?
Да, Метриоса там два штуки, я умею, что придумываете. О, Метриос хорошая тема, слушай, согласен. Только я не на варе. Вот там и пятак не сгорит. Там два зова хаоса лежит, не переживайте. Метриос хрень на варе. Есть кто в диссе, кто на вечер? Веру заломаныч. Добали, да. Я КД повешал на ханте. Ну, блять. Помогу. Ну кто, кто и ролил? Там... Кто и ролил сегодня? Да вроде все по чуть-чуть там что-то. Ну значит, взяли. Ну значит почилим тогда. До того момента. Ну, да. Особо, блять, я не думаю, что кто-то прям будет. Ну, да. Я вроде что-то по чуть-чуть там пиздец. Вон 50 начислили, не хватит. Черенаски две. Энху отдайте, пусть две руки одевает. А, ну только... О, давай из осколков. Так же уже падало, да? Уже было такое. Да, 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 две теренаски было. Два зова было, два метеоса было. Ну кого теренасок то тут? Давай мне коня нахуй. Двойной лук. Не, нихуя, в смысле, блять, алё, дайте коня нахуй. Ролим коня. Да не. Отдайте ему уже, чтобы он это... Отдайте нахуй. Сильно не кричал. Съебал отсюда на коне, да? Да. Съебал на коне надо. Не-не-не, я предлагаю, короче, ему не давать коня еще недельки три, чтобы он еще больше... У тебя что, теренаски Гоша нету, что ли? Да схуяли, блядь! Я ее пыльнул. Ну что, дурак, что ли? Ну, я, короче, что-то подует. Есть или нету, блядь? Нету. Вон, Бидон пишет, у него нету теренаски. Он на Оксе хочет. Она ему нужна, да? Ну, теренаска. Ну, Лема, да. Может быть, нужна ему теренаска. Ну, вам, есть... вам с волонерами нахуя? Ой, вот так этой ситуации, короче, забрать, с хилами, ничего. Я думаю, что... Бидон, ты Лема будешь играть или что? Лемом он не скоро будет играть, к сожалению. Ну, вон, пока гомосеку нахапало, тогда так... можно закинуть. А, ну, нахуй, типа. Теренаску 5000 голды. А кому потом... она тут, в принципе, нужна теренаска? Так, так. Я а с да? Синдры кто... Да. Да. Синдры кто забрал токен? Бидон. Бидон. Это. Я тебе ДС не давал бидон? Пасифея или Ургит давать? Кому хочешь, мне похуй. Ну, блять. Ну кому нам это. Дай заломано, че. Давай, Пасифея. Ну ладно, всем хорошего дня. Давайте этот. Давайте обмен. Да заткнись, блять. Да блять. Заебал, блять. Ура! О, блядь, зря нахуй. ГЦ. Да, нахуй. Этот, дайте обмен на... А, поставьте ГБ и бидон из пасифея. Где вы, блядь? Бидон. Ну, блядь, хули. На, я тебе ГБ поставил, короче. Invisible, открывай куски, чтоб завтра был уже... У бидона Т-10, он же 4Т-5, у него офсет голова Т-10. А, то есть тебе не надо, да? Ему не нужны ДС-ки, он апает так. Увидимся завтра, всем хорошо, лучше. Давайте, Слива. Да. ТЛК, обычка когда? Все, добро. Понедельник? Владикон, как думаешь, завтра кольцо упадет, ебучее? Нет, да, мне кажется, оно больше никогда не упадет. Зачем ты забиваешься этим голову? Бидон, прыгай в клаву. То есть не сегодняшнего оно обязано упасть. Гоша, в твою? Мне тут сказать, что заломаешь очко продал, а я не знаю даже... Когда и приев, кстати. И почем. Да, и почем, короче, я не помню. Мне надо существовать. Это важно. Почем? Спасибо за это, парни. До завтра. Ничего не понял. У тебя двух кусков вырастет ДПС. И че на 20 метров. У Invisible не вырастет ДПС от двух кусков. Большое. Тогда не открывайте ему. Я, ну, ему 4 куска надо во фросте. Он там 2 куска не надо.